На междугородний маршрут номер 218 Петропавловск-Камчатский, Камчатск-Петропавловск вышел новый пассажирский автобус компании «Оптимус». Водители и пассажиры первого рейса 18 августа положительно оценили характеристики нового общественного транспортного средства. Нам очень хотелось попасть в эту крайнюю такую точку полуострова, посмотреть, как тут у вас все устроено. Доехала, думала, насколько круто, потому что там сиденья отодвигаются влево-вправо, назад, вперед, можно лечь. Это супер комфортно. И спасибо, наверное, всем причастным. Тьфу-тьфу-тьфу, вообще без поломок, без приключений нормально, да. Прошло все хорошо. В компании-перевозчики рассказали, туристический автобус «Ютон» китайского производства совсем новый. С конвейера сошел в 2024 году. Конечно же, он соответствует всем современным стандартам. Компания «Оптимус» он получен в мае, но на междугороднюю линию вышел только сейчас, так как специалистам пришлось модернизировать технику до наших климатических и дорожных условий. Удобнее уже, как по европейскому стилю. Ну, с автобусом еще надо работать и работать, как бы, да. Ну, он же делался не для этих условий, как мы эксплуатируем, да, по гравике, по пылище, особенно когда здесь пепел, он же асфальтный, как бы, поэтому надо много еще там делать, доделывать, где-то что-то переделывать. Ну, а время покажет, как он будет работать. Хотелось, чтобы не ломался, конечно. В новом автобусе, по сравнению с другими имеющимися, большее количество мест для пассажиров – 47 вместо 42. Стоит отметить, кресла автобуса имеют большой угол наклона спинки и функцию смещения в центральный проход. Также вдвое больше багажное отделение – до 12,5 кубов и современная система климат-контроля. Новый автобус замечательный, климат-контроль хороший, не холодно и не жарко, все хорошо, комфортабельно, одним словом. Все для людей. Пассажирские перевозки для жителей и гостей Камчатского района имеют огромное значение. И руководство единственного крупного легального перевозчика по данному маршруту не забывает об этом. По возможности улучшает условия, прежде всего, для пассажиров. Напомним, от краевой столицы до Камчатска 700 километров. Люди находятся в пути более 10 часов. Поэтому, безусловно, их заботит комфорт на протяжении всей поездки.